Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, и мы продолжаем проходить Half-Life. В прошлый раз замочили очередного здорового чувака, на этот раз уже без использования генератора. Собственно, двигаемся дальше. Я уже даже не помню, что нам там надо сделать. Ракету мы вроде запустили. Нам, по-моему, все еще надо добраться до комплекса Лямбда. По-моему, мы еще до него не добрались. Я ничего не путаю. Это так, на всякий пожар. А! Вот. Что-то валяется. Блин, сейчас вот отсюда сейчас кто-то вылезет, отвечаю. Что, никто не вылезет? Не верю. Не-не-не, погоди, это неинтересно. Так, там стоит чувак. Тут у нас что, тут ничего нету. Пять. Эй! Да хорош, ну что ж ты соскальзываешь-то со всего? Так, дай нам цели. Так, а откуда я знаю, куда надо дать цель-то? Надо разбомбить, или это просто так приколюха? Так, ладно, да хорош, все здоровье просрется, ну что такое то ну. Сука, ты нормально спрыгнуть можешь туда? Не может, понятно, потому что нормально спрыгнуть надо сюда. Так. Ага. И чего? Куда попасть-то мне нужно? Так, примерно, смотрим. Это, я так понимаю, показывается все вот это вот, да? Ну да, вот у нас вот, значит, мне нужно. Мам-мам-мам. Ну-ка, отсюда засад, ну-ка. Да нет. Да.
Все? А тут не вылезет никто? Ну ладно. Так. А, ну да. Это все, конечно, здорово. А как мне туда попасть? Ну, допустим, я вот... А, надо, наверное, до конца ее... Не-не-не-не. Твою мать. Допустим, я ее до конца... Она сейчас до конца задвинута. Давай чуть... Так вот и... Блин! Например, как-то вот так. И еще. Так, и теперь немножечко... Так вот. Не, погоди, это уже перебор. Вот тут, а это нам туда, значит. Ну куда ты в обратную сторону, что? Вот так, прям чисто по этому лупи. Вот. Понял, а вот это не расшибёт, что ли, хочешь сказать? Вот во что ты уперся здесь, а? Так попробуем. Блин, мне это как бы вот эту и надо как раз разбить. Хм. Я ж туда не допрыгну, не допрыгну. Мне вот эту как раз разбить надо, но разбил все, кроме того, что мне надо. Самое смешное, что я могу сделать вот так. Толку от этого ни хера. Ничего не понимаю. Ничего нету. Да хватит, молчи уже. Ах, начинается, да. Души не бум-бум, серьезно, что еще можно здесь? Так, ну допустим, вот эта хрень упадет. Значит, она, эта хрень у нас вот тут. Это надо сюда двигать. Да, прям так. Блин, точно.
Я так и думал. Беги, Федор, беги! Forget about free. Забудьте про Фримана. Что делать-то? Тихо. Блин, это какой-то The Lost Vikings уже начался. Вы чё? Там было просто похожее место. Падает это. Ну это. Не запрыгнешь, она высокая. Опять же не запрыгнешь. Ну и все, куда дальше-то? Твою мать, как я люблю эти места, потому что обожаю, серьезно. Окей. Чувак, пошли отсюда, сейчас завалит нахер. Блин. Блин! Что патроны-то опять кончились? Куда они делись все? Чего мне их убивать? У меня все на эту громадную тварь ушло, ну. А патронов ни к чему абсолютно нету. Ну какого хера ты ко мне-то бежишь? Сука! Патроны ко всему позаканчивались абсолютно. Так, ну-ка назад патроны смогу. В принципе, смогу. Так. Чувак, извини, ты вообще здесь не в тему.
Да меня-то с какого хуя? Отлично. Не дают. Ну вылези-то отсюда. Да ёлы-палы! Блин, ну как мне тут вот здесь этих дебилов убивать? Замечательно, они загасили ее. Так. Да вы с ума сошли. Айте в продачелу. Нихера себе местечко, блин. Уже что-то. Сколько уже? 20. Сколько? Просто 20. Так. 5. Здесь что-то такое. Thank you.
Угу. Еще один есть какой-нибудь? Сейчас будет мне тебе ой-ой. На! Блин, ну почему у нас одного же удара его убивает? Теперь не убивает. Что за бред, слышь? Лучше, чтобы не было никаких. Так. Они взрываются потом, да-да-да-да-да. Тихо-тихо-тихо, 10 хп. Ну что такое? Уйди отсюда. Я хамуха, сучий потрох, блин. Какая же Area Secure, если тут я? Что ты дезинформируешь начальство? Серьезно, еще есть? Хоть так. Так, спеть. Ага, вижу хорошую штуку. Приманку положил ты, смотри, а? Да ёбаный в рот, что ж такое-то? Thank you.
Опять начинается борьба буквально за каждый хп. Чё-то тормозить так стало, слышь, игра. Блин, тебя мне не хватало, уйди. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, ну дайте пролезть. О, спасибо. Ничего не понял. Кипятком каким-то меня обдало. Так. А, я еще живой. Ну, где там санина? Ну присесть же нажимаю тебе. Тут тебе надо, чтоб ты всплыл присесть. Ну всплывай. Уйди, а, вот вообще не до тебя сейчас. Извините. А можно как бы... куда идти? О! Спасибо. Ёпта! Ты залезь, залезь, залезь куда-нибудь только, куда угодно. Сука, нет. Слышь, пидор. Залезь, блядь! Сука! Блин, как же это отвратительно сделано, серьезно, это просто какой-то пиздец. Это что за хрень? А, это к этому, к ракетнице. А что-то херня какая-то грядет, раз к ракетнице дают патроны. Просто бомбанить за такой полнейший сейчас был. Да откуда ты по мне стреляешь? Бляха-муха, сука! Замечательно, прошлая серия была нормальная, за все хорошее надо... расплачиваться. Лично, здесь он меня не может достать. Пидорас, получай.
ты когда-нибудь убьешься или нет? Наконец-то, блин. Ой, мама. Не, пожалуй, действительно второй Fallout. Ой, Fallout. Как его называют? Half-Life сразу же проходить не буду, потому что это у меня сил не хватит. Да, мразота ты ебаная! Думал, что взорвать можно нахер, чтобы они тут от радиации все сдохли. Херани снайперы. Пошел в жопу со своим сквардом. Да ладно, сейчас на танке дадут покататься. Прям серьезно? Сейчас, погодите, я сначала ящики раздолбаю. Я думал, мы сядем в танк. Не, ну это неинтересно. Да ладно, аж здесь.
А, ну-ка, подожди-ка. Хотя так. Воу, парни! Ну ты сдохнешь или нет? Да что ж такое-то? Кто с одного выстрела из дробовика падает, то по нему целую обойму надо высадить. Слышь, говно, иди сюда! Да откуда они пролетели? Они что, все углы, что ли, огибают, эти мухи сраные? Да вы, блядь, угораете, ну что, издеваетесь просто, ну? Бляха-муха, сука! Да как он стрелять там по мне продолжает, если я его, блядь, в упор в него из РПГ? На в тебя, сука, пидорас! Что за ёбаный, блядь, бредятина? Сука, уйди нахер, муха сраная! Ну серьезно, ну кто так делает? Ну блядь, я понимаю, да, игра старая, и чё теперь? Охерительно, 10% здоровья, нормально. Чё не 5, как говорится. То они убегают, то они стрелять по мне продолжают. Это прям вообще охеренно сделано, серьезно. Да уйди в жопу, блин! Thank you.
Ну, блядь, что ты уперся-то на ровном месте? Охереть, ни во что не попал, абсолютно. Да какого хера я две ракеты туда выпустил, туда просто, сука, ни одна тварь из них не подохла, но... Охер... Вот куда ракета пролетела, скажите мне, пожалуйста. Им просто похер абсолютно, вот так попало куда-то, не попало, им просто до пизды абсолютно. Мне, может, словом надо проходить, я просто не знаю. Это просто отлично. Вот, я не знаю, вот нормально все нормально, потом такую какую-нибудь хуйню просто по-другому не сказать, какую-то просто такую хуету. Наконец-то лямбда. Да ну, я думал, никак в жизни туда до этой лямбды сразу не доберусь. Ткнулся в дверь, подошел, ничего не произошло. Второй раз ткнулся, подошел, дверь открылась. Охереть. Да хорош еще вас, мне дебилов, не хватало, мрази, блин, вульфенштейнские бабехи. В рот компот. Да иди сюда, сука. Сколько вас там еще? Да где ты, сука? Все, давайте на этом, короче, я не могу, серьезно, все, пошло, но все нахер, это просто невозможно играть вот в это, серьезно, ну как вот это вот, блядь, делать, ну,
Все, ссылка, все знают, ссылка в описании. На канал подписывайтесь, в группу вступайте, в следующей серии и так далее.